Столы накрыты. Шампанское, цветы, фрукты. Великолепный именинный торт. А вот и виновники торжества. Сходятся нарядные, яркие, торжественные. Сегодня коллектив гостиницы «Талисман» отмечает свой 10-летний юбилей. Руководитель торгово-сервисной сети «Талисман» в ожидании гостей. Говорит, они у нас давние и надежные. С ними хорошо работать и легко веселиться. Мы рады приветствовать всех вас в нашем очень уютном заведении в этом городе. Мы так привыкли считать, потому что не знаю, как гости, мы привыкли считать, что у нас очень достойное предприятие в нашем городе. И мы, как «Талисман», который, наверное, уже занял свою позицию определенную в городе прочно, всегда празднуем свои праздники, поздравляем людей, это наша традиция. Поэтому я от лица хозяина гостиницы, я хочу вас поздравить с этим праздником. Среди гостей представитель от городской администрации. Он сегодня не с пустыми руками. Здесь, к примеру, есть и открытка от главы города. От него же передаются и почетные грамоты. Их торжественно вручают директору гостиницы «Талисман» и главному бухгалтеру. Многие, я считаю, это мое мнение тоже, должны равняться на вашу компанию, потому что помимо всего прочего, помимо успехов, помимо того, что вы вкладываете душу, у вас есть прекрасное чувство. Вот я лично думаю, что вы одна большая семья. Вот такая семейственность. И действительно, хорошее название «Талисман». Действительно, этот «Талисман», он для многих, наверное, стал тем «Талисманом», и у людей, наверное, есть уверенность. Представители Северского трубного завода, которые присутствуют здесь, гостями не назовешь. Это партнеры гостиницы «Талисман». Как раз 10 лет назад наш завод начал активную стадию реконструкции. А что такое реконструкция? Это не просто поставка оборудования. Это люди, это те люди, которые монтируют, которые обучают наших специалистов, которые внедряют новые технологии. И вот в то далекое время уже сейчас кажется, единственным местом, который мог обеспечить, так сказать, прием и размещение специалистов, это была наша база трубок. Но вот как раз в этот момент совпало так, что вы открываете гостиницу. И уже на той стадии, 10 лет назад уже, часть специалистов мы переселили к вам в гостиницу. То есть с момента открытия можно сказать так, что наш завод активно с вами ведет работу. Если вернуться несколько ближе, то завод все эти 10 лет вел реконструкцию, менялось производство, внедрялись новые технологии, улучшалось качество продукции, расширялся ассортимент. Если посмотрим на гостиницу «Талисман» параллельно с нашим заводом, улучшалась качественная составляющая этой гостиницы. Расширялся номерной парк, улучшались качество номеров, улучшалось качество обслуживания. И когда 10 лет назад на заводе встал вопрос о выборе ключевого партнера по размещению наших коллег в рамках наиболее значимого проекта на нашего завода, он даже, могу сказать, не только нашего завода, а в рамках группы ТМК, российского дивизиона, а это строительство нашего прошлого стана, мы без сомнения сделали выбор в пользу вашей компании. И, конечно, памятный подарок от заводчан. Здорово. Чем был завод раньше, и сейчас мы видим наглядно, что он из себя представляет, это, можно сказать, и символ гостиницы «Талисман», какой был раньше и какой сейчас. Гостиница «Талисман» открыла свои двери в сентябре 2004 года. Ее номерной фонд составлял тогда всего 5 номеров категории «Люкс» и «Стандарт». Спустя 2 года были сданы еще 8 номеров. Уже в 2009 году гостиница «Талисман» расширилась на 3 номера категории «Студия». А в апреле 2012 года, после масштабного ремонта и реконструкции, состоялось открытие уже 3-звездочной гостиницы. Мы очень старались стремиться к звездам. Мы в том году участвовали в конкурсе звездности гостиниц. Мы заняли 1-е место в области по гостиницам 3 звезд. Мы можем смело гордиться, что по области вообще нет гостиниц 3 звезды. То есть в Екатеринбурге все звезды подтверждены, у всех есть. А гостиницы 3 звезды есть только в Полевском по области. Даже не Тагил, Каменск-Уральский. У них нет подтвержденных гостиниц, которые имеют такой статус, как у нас. И поэтому город Полевской может гордиться таким предприятием, которое у них есть. Дорогие работники гостиницы «Талисман», мы вас очень любим. Очень жалко, что мы бываем здесь только на 1 минуточку, когда встречаем гостей, когда их провожаем. Но каждый раз, когда мы здесь появляемся, нам очень-очень приятно вас всех видеть. Вы улыбаетесь. Это очень редко в наше время. Мы сегодня
в унисон Сбербанка с книгой. Да, и библиотечную картину. Картины и книги сегодня. Я привезла вам подарочное издание «Мастер и Маргарита». Я думаю, что каждому будет приятно полистать эту книгу. И снова поздравления. Теперь почетные грамоты за работу в индустрии полевского гостеприимства получают работники трехзвездочной гостиницы. Работы у них много, ведь сейчас отель «Талисман» – это 40 номеров от шикарных апартаментов до категории эконом-класс. Просторный конференц-зал, оборудованный всеми современными технологиями. Это единственная в городе и вторая в области гостиница, получившая квалификацию. 10 лет – большой путь. Хотела сказать, что много было прожито, много вложено в предприятие. Одним словом, одним предложением могу сказать – через тернии к звездам. И еще, гостиницы не продают товар в чистом виде. Мы торгуем уютом, теплом наших сердец. И каждого гостя мы встречаем только с улыбками. И будем рады, когда они возвращаются к нам вновь и вновь. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города.